В загадочном взрыве лаборатории был обвинен Адам Холлистер. Его сын Джек пытался доказать невиновность отца. Перед взрывом был украден искусственный кибернетический мозг. Имплантировав его в себя, Бор превратился в криминального босса, известного как Сайберон. Для противостояния Сайберону и его злым биоборгам Джек Холлистер стал первым скайсерфером, лидером отряда скайсерферов. Crazy Stance. Slide Size. Air Enforcer. Sore Loser. Ударный отряд небесных серферов. Кибермагия. Я нашел ее! Волшебная маска короля тотема! Я чувствую ее мощь! Нет, не надевай ее! Иероглифы на внутренней стороне! Это предупреждение! Первый познает проклятие боль, следующий получит волшебный контроль! А сейчас, леди и джентльмены, если вас можно так назвать, смотрите внимательно. Билли Эйс совершит чудо прямо на ваших глазах. Очередной голос, спрятанный в шляпу, должен удивить меня. Да, я прячу его там, именно для таких, как ты. Ты напрашиваешься на грубость, приятель. Шекспир однажды сказал: «Не нравится представление? Ты знаешь, где выход». Обещаю, в следующий раз мы уволим его, если он посмеет оскорбить посетителя. Блин, я не верю, что ты притащил нас на эту ерунду, Брэд. Скажи это моей сестре. Я обещал ей поговорить с Билли и объяснить ему, что хамить зрителям — это некрасиво. Из-за его манеры речи кто-нибудь из зрителей обязательно вызовет копов. А теперь мой коронный номер — исчезновение. Я бы хотел, чтобы вы все исчезли, но, пожалуй, лучше я сделаю это с собой. Шоу начинается. Промазал! Фантастика! Вот бы мне научиться таким фокусам! Довольно, представление окончено. Как бы не так, не двигайся, а то я превращу твой передатчик в пыль! Пора действовать! Я уже достаточно поигрался с тобой! Держись, Джек! Ты проиграл, Репликон! Thank you.
В другой раз, скайсерферы! Мы вынудили их бежать! Значит, пора их догнать! Похоже, в этот раз Билли Эйс исчез на самом деле. Сайбрану здесь определенно было что-то нужно. Что думаешь, Скай? Ему нужен был я. Об этом нетрудно догадаться. Мне сообщили, что вы снова упустили первого скайсерфера. У вас был отличный шанс уничтожить его, а вы его прошляпили. Я могу сделать эту работу для вас. Я могу уничтожить первого скайсерфера, если вы наделите меня такой же силой, как у него. А ты еще кто такой? Билли Эйс, я фокусник. Ты должен им быть, чтобы суметь попасть сюда. Уничтожить его. Не надо, я справлюсь, испытайте меня. С чего ты взял, что сможешь сделать то, чего не смогли мои борги? У меня есть магия. Очень хорошо. Я сделаю из тебя киборга. Охлажденная биоплазма готова. Трансформация завершена. Теперь ты не Билли Эйс, ты Биобор. Я назову тебя Абракон. Я Абракон, величайший фокусник в мире. Ты никто, и глупо этого не понимать. Абракадабра! Ты научишься уважать мою силу. Не трать свои силы на него. Уничтожь первого скайсерфера. Будет сделано, Сайброн! Репликон, гранадер, проследите за ним. Он не ускользнет у меня из виду. Если все пройдет хорошо, Сирина, то первый скайсерфер перестанет быть для нас угрозой. Алло, Дженни, это Билли Эйс. Мне нужен телефон номера твоего брата. Скажи Брэду, что это вопрос жизни и смерти. Смерти скайсерфера. Выставка. Я о ней совсем забыл. Магия короля Тотема. Я должен обладать ею. Я хочу обладать еще большей силой. В комнате беспорядок. Все еще думаешь, что Билли наш враг? Эй, взгляни на это. Частная выставка мистических артефактов короля Тотема. Она уже началась. Похоже, что Билли решил их украсть. Что ж, есть только один способ это выяснить. Легенда гласит, что король Тотема верил в силу магии и окружал себя вещами, которые этой магией обладали. Говорят, Тотема отдал целое состояние, чтобы заключить магические силы в эту маску. Таким образом, он смог бы передать свою силу наследникам, но его враги наложили на нее проклятие. Фокус-покус! Билли? Билли Эйса больше нет. Теперь он Борг. И у него по-прежнему проблемы с публикой. Субтитры
очередной фокус. Похоже, он оставил нам этот сувенир. Да, Джек, я вернул маску. Ничего интересного. В следующий раз твоя очередь. Увидимся в отеле. Брэд, это Билли Эйс. Твоя сестра дала мне твой номер. Нам нужно поговорить. Можешь считать меня сумасшедшим, но я не общаюсь с Боргами Сайбрана. Я больше не Борг. Это была временная трансформация. Сайбран наделил меня силой лишь для того, чтобы украсть маску, но я провалил задание. Он послал своих Боргов поймать меня. Нам нужно встретиться в безопасном месте, на вершине Статуи Свободы. Хорошо, но без фокусов. Без фокусов. Я тут приоделся перед встречей, на всякий случай. Так же, как и я. Я так и знал, что это ловушка. Не впечатлил. Кажется, тебе нужна помощь друзей, лузер. Пожалуй, я позвоню одному из них. Алло, Скайсерфер? Нет, Скай, это ловушка. Прощай, Скайсерфер! А ты что здесь делаешь? Кэш, отвалите от меня! Я вернулся. Ты думал, что можешь увеличить свою мощь? Ты восстал против меня, Абратон. Это ложь! Я знаю о маске. Я знаю, что ты хотел украсть ее для себя. Имею право. Я выполнил свою часть сделки и разобрался со Скайсерфером. Он на дне океана. Нет, Скайсерфер жив. Он выбрался из твоей ловушки. Я создал тебя, но могу и уничтожить тебя. Нет, дай мне еще один шанс, Сайбран. На этот раз я не подведу вас, клянусь. Хорошо. Маска Тотема снова на выставке. Она нужна мне. У меня есть план, как это осуществить. И мне нужна твоя волшебная сила. И как только я получу маску, я уничтожу первого Скайсерфера собственноручно. Осторожнее! Эта маска стоит намного дороже, чем наша работа. Я возьму этот груз, джентльмены. Кто это сказал? Меня зовут Абракон, повелитель магии. Эй! Что? А где аплодисменты? Видимо, это был плохой фокус. А как насчет такого? Эй, Абракон, дай-ка я покажу тебе настоящий фокус. Ты мой Абракон. Борги, зададим им жару.
Маска там! Крейзистанс, сзади! Мой ход! Теперь покончим с этим! Не торопись, Репликон! Лузер, они улетают! Далеко не улетят! Похоже, они покинули борт! Да, и похоже, без приза. Нет, они его забрали. Отличная работа, Абракон. Ты достал массу, и ты заслужил право надеть ее первым. А, ты чувствуешь проклятие? Это бредни старых дураков! Тебе следовало бы прислушаться к этим бредням. Теперь у меня достаточно силы, чтобы уничтожить Скайсерфера. Поверить не могу. Меня развел второсортный фокусник. Извиняюсь за столь примитивный способ связи. Как ты знаешь, у меня есть маска и ее сила. Я дам тебе шанс вернуть ее. Если ты придешь один, я приду. Сайброн, наконец-то. Судьба снова свела нас, Скайсерфер. Лучший момент для осуществления наших желаний. Полностью с тобой согласен. Наконец-то я отомщу за своего отца. За это он лично тебя поблагодарит. Скоро ты к нему присоединишься. Наивно было полагать, что будет легко. Ты прав, Скайсерфер. Ты смог одурачить меня лишь раз. Я сделаю это снова. Мощь ограничена лишь воображением. Это все, на что ты способен, Сайброн? У меня есть все, чтобы уничтожить тебя. Ты был моей единственной помехой, первый Скайсерфер. Но теперь все кончено.
это еще не все, Сайброн. Ты проиграл, Сайброн. Ты счастливчик, Джек. Не каждому бы удалось после встречи с Сайброном сидеть и разговаривать здесь. У меня в планах еще такая встреча. Его ждет та же участь, что и моего отца. Это была отличная поездка в Нью-Йорк. Сплошное захватывающее приключение. Схожу с ума от такого. Эй, кстати говоря, что случилось с Билли Эйсом? Сестра рассказала, что проклятие на маске оказалось несмертельным. Сейчас я покажу фокус, которому научился у тайных мастеров из Индии. Убирайся со сцены! Переведено Yes и Manhunt. Озвучено Skyfilm TV. Специально для cartoons.flybb.ru.